Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на совещании по мерам противодействия коронавирусной инфекции. В отдельных регионах наблюдается дефицит либо низкое качество закупаемых средств индивидуальной защиты. Мы сменили руководство СК «Фармация». Именно сейчас настал момент, который покажет управленческие возможности нового руководства. В противном случае – увольнение. Поручаю Министерству здравоохранения обеспечить строгий контроль за качеством и достаточными объемами средств индивидуальной защиты для медиков, заявил Касым-Жомарт Токаев. По информации главы государства, с февраля отмечается двукратное увеличение числа авиапассажиров без результата ПЦР-исследования. Если в ноябре 2020 года доля лиц, прибывающих в Казахстане без права к ПЦР, составляла 7%, сейчас она составляет 27%. В итоге в стране подтверждено наличие всех трех мутировавших штаммов с более высокой заразительностью. Одновременно фиксируется недостаток как лекарственных препаратов, так и медицинских изделий, оборудования. В среднем отделение реанимации оснащены только на 64% от требуемых стандартов. Мы можем столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения. Поручаю правительству и акимам регионов принять меры по оснащению отделений реанимации и закрепить персональную ответственность главных врачей и замакимов, сказал президент. Также Токаев заявил, что успешность борьбы с коронавирусом становится одним из ключевых элементов страновой конкурентоспособности. Алексей Владимирович Сой. Ранее я говорил вам, что на данный период министр здравоохранения – ключевая фигура в правительстве. У вас особые полномочия. Вы хорошо начали работать, но затем заметно снизили обороты. В течение апреля вы должны переломить ситуацию, иначе последует кадровое решение, которое вас сильно разочарует. Это касается не только министра здравоохранения, но правительства в целом, заявил Касым-Жомарт Токаев. По словам главы государства, по темпам иммунизации Казахстан значительно отстает от государств-лидеров. На сегодняшний день завершили курс иммунизации около 47 тысяч человек. Первым компонентом 137 346 человек. Причина такого положения проста – нехватка вакцин, отметил президент. Правительство заверяло, что договоренности со «Спутник В» и производство отечественной вакцины в полной мере обеспечат потребности страны в вакцинации. На базе этой информации я анонсировал массовую вакцинацию, начиная с 1 февраля. По прошествии двух месяцев вакцинировано менее 0,2% населения. Теперь мне приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины. Мы вынуждены соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок, заявил Токаев. Глава государства напомнил о том, что вакцины от коронавируса имеют высокую температурную чувствительность, поэтому следует четко проработать все аспекты их транспортировки, хранения, непосредственно прививания. По мнению Касым-Жомарта Токаева, затяжка в вакцинации – это не абстрактная проблема, речь идет о национальной безопасности страны. Это дополнительная заболеваемость наших граждан, это упущенные доходы бизнеса, недополученные налоги бюджета, общее снижение национального богатства, заявил глава государства.